Здравствуйте. Вы смотрите программу «Вопрос эксперту» в студии Ильдус Насыров. Ильдус Насыров, начальник управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя Республики Татарстан. При замене водопровода за отключение стояка разные ЖУ просят от 200 до 500 рублей. Некоторые и почасовую оплату требуют. Правомерны ли такие поборы? Мы и так за свой счет трубы меняем, и за отключение приходится платить. Отношения правомерные. Данный вид услуг не входит в состав работы по обслуживанию общедомового имущества. При отключении происходит слив воды. Затраты на потраченные ресурсы ложатся на управляющую компанию.